Мертв! Он мертв! И, судя по всему, уже довольно давно. Труп совершенно окоченел. О, боги! Я не хотел! Чего ты не хотел? Я думал, он сказал, он просто хотел. Я ему поверил. Кому ты поверил? Человеку с повязкой на глазу. Мне показалось, это был обычный вор. И ты пустил в дерево вора? Да тут-то и красть-то нечего. Пара свитков, да и все. А он в обмен предложил ценную книгу. Темные писания Барто из Лоранса. Это же раритет. Что с того, что он получил бы за нее пару заклинаний? Это же вообще несравнимые по ценности вещи. Так значит, этот тип, которого ты пустил сюда, убил Икариуса. Вопрос только, зачем? У Икариуса были враги? Нет, нет. Он был очень дружелюбным и спокойным. У Икариуса были долги? Может, он занимался в Черноводье какими-то темными делами? Нет, он вообще не имел ни с кем никаких дел, кроме как по своей работе. По своей работе. Смерть Икариуса определенно связана с тем храмом. Каким храмом? Икариус в компании еще одного мага заглядывал в архивы замка Сильверлейк. Кем бы ни был тот другой маг, он сейчас в смертельной опасности. Мы в архивы отправили только одного Икариуса. Это все, что мне известно. Хотя с ним был его друг Лестер. Лестер? Да, странноватый тип. Ко всем обращается друг мой. Нужно поспешить, возможно, он уже мертв. Где я могу найти Лестера? Он живет в хижине на болоте, за полями болотника, к юго-востоку отсюда. Все, мне пора бежать. Теперь я, кажется, понял. Постой! Чего еще? Он взял свитки заклинаний призыва. Я держал их у себя в комнате, чтобы занести их в каталог. А что с их помощью можно призвать? Големов в любом количестве. Что ты здесь делаешь? Я ищу Лестера. Где он? Хороший вопрос. Мы собирались встретиться здесь и поболтать о былых деньках. Я волнуюсь. Он опаздывает. Уже очень сильно. Да тут словно стадо орков прошлось. Да. Лестер никогда не отличался особой опрятностью. Но тут творится форменный бедлам. Возможно, его похитили. Или убили? Убили? Да, как и Кариуса. Икариус мертв? Как гвоздь в притолоке, мертвее некуда. Но зачем кому-то могло понадобиться убивать Икариуса и Лестера? Мне кажется, это как-то связано с древним храмом, информацию о котором они искали в архивах замка Сильверлейк. Но зачем кому-то убивать Икариуса и Лестера из-за какого-то храма? Бессмыслица какая-то. Лорд Хаген отправил своих шпионов на розыске этого храма. Там якобы есть какая-то божественная наковальня. Хаген? Тогда все это очень серьезно. Нельзя терять времени. Нужно отыскать Лестера. Если Лестер еще жив, может, он оставил какие-то следы. Одежда, пуговицы, крошки. Болотник! Болотник? Болотник! У Лестера всегда при себе был болотник. Так, мне понадобится твоя помощь. Я весь внимание. Я сотворю заклинание. Если Лестер оставил для меня след из болотника, мое заклинание заставит его светиться. Ты тогда сможешь пойти по этому следу, отыскать Лестера и спасти его. Я? А ты разве не пойдешь со мной? Боюсь, что нет.
Мне нужно будет находиться здесь, у полей болотника, чтобы сосредоточиться на его сущности. Иначе заклинание не сработает. Ладно, тогда пойду один. Судьба Лестера в твоих руках. Да светит Иннос твой путь. Человек!
Что это? Смеешь тревожить меня? Я ничто. Меня зовут... Шеф, заговори. Все, мое терпение лопнуло. Маргах, прикончи его. Ну давай же, Маргах, давай. Лестер, это ты? Да, я даже цел, что удивительно. Спасибо тебе, мой друг, я обязан тебе жизнью. Как ты меня нашел? Мне помог Мильтон. Мильтон? Где он? Возле твоей хижины. Он... Мне нужно как можно скорее повидаться с ним. Постой, скажи мне, что тебе известно о храме в горах. Как ни странно, но эта демоническая женщина со своими орками тоже хотела узнать о храме. Я никому не рассказывал об этом, но раз уж я тебе обязан жизнью... В общем, однажды, много лет тому назад... Нет-нет, всю историю не нужно. Я хочу лишь узнать, как туда пробраться. Где находится вход? Увы, я его так и не отыскал, но зато я обнаружил нечто иное. Что именно? А это, друг мой, я расскажу тебе только после того, как ты мне поведаешь, чем вызван твой интерес к этому храму. Зачем тебе сдался этот древний храм в горах, а? Один мой друг попросил меня поискать этот храм. Диего его зовут. Диего? Так он, выходит, тоже ищет храм? Это же здорово! Это просто здорово, друг мой! Так что, ты мне поможешь? Да! Тогда просто расскажи мне, что тебе известно. На утёсе, к востоку отсюда, стоит уединённый старый монастырь. Монахи, которые живут там, служат культу Иноса и Белиара. И, кажется, они каким-то образом связаны с этим храмом. Если уж кто и знает, как туда пробраться, так это они. А как мне попасть в этот монастырь? Дверь со статуями, видишь? За ней будет старая дорога, которая соединяет болото и монастырь. Монастырь находится к востоку отсюда, за каменным мостом. Орки нажали на статую, и после этого дверь открылась.
О, новенький. Добро пожаловать, мой друг. Мы ждали тебя. Ты меня знаешь? Нет. Послушай, я ищу древний храм, затерянный в горах. Все, кто приходит в наш монастырь, ищут этот храм. С моей стороны будет не слишком нагло просто спросить тебя, как туда попасть. Секрет храма известен только настоятелям Галамоду и Хендеру. Ясно. И кого мне нужно будет убить, чтобы заслужить право поговорить с настоятелями? Тебе нужно продемонстрировать Инносу и Белиару, что ты достоин этого знания. Иннос ожидает от тебя доблести. Недавно тут был один незнакомец, который решил пройти только испытание Белиар. Здесь недавно был кто-то еще? Да, мужчина с повязкой на глазу. Он отказался пройти оба испытания и попытался добиться своего обманом и коварством. Белиар благословил его на это, но гнев Инноса прогнал его прочь. У него была повязка на глазу? А он в итоге узнал что-то про храм? Об этом могут знать только сами настоятели. Ладно, я понял. Что мне нужно делать? Стражи в монастыре очнулись ото сна. Теперь они ищут, на кого бы им излить свой священный гнев во внутреннем дворе. Иннос ценит храбрость и награждает героев. Ступай и уничтожь стражей монастыря. Даю тебе на это свое благословение. Ладно, я разберусь с этими твоими статуями-стражами, но потом я хочу получить ответы на свои вопросы. Новенький.